вечер накрыл одеялом деревья за школьным окном. Мария Петровна, склонившись, сидит за рабочим столом. Стопка пред ней из сочинений на тему, кем я хочу стать. Сидоров первый, Марья Петровна листает тетрадь. Я хочу быть мэром Сочи. Я хочу быть мэром Сочи. Сильно, сильно, очень, очень. Я хочу быть мэром Сочи. В тексте ошибок не счесть, но почти в каждом слове по пять. Кто ж за такого невежду захочет проголосовать? Марья Петровна не знала о новом приказе РАНО. Будущим мэром писать с ошибками разрешено. Я хочу быть мэром Сочи. Я хочу быть мэром Сочи. Сильно, сильно, очень, очень. Я хочу быть мэром Сочи. Ни спортсменам, ни артистам, ни юристам, ни дантистам, ни ученым, ни рабочим. Россия скромным мэром Сочи. Думала, что это лишь единичный дурацкий каприз. Но ожидал педагога еще пострашнее сюрприз. 30 тетрадок мальчишки, девчонки, никто не отстал. Так же, как Сидоров, видим на ту, что весь класс написал. Я хочу быть мэром Сочи. Я хочу быть мэром Сочи. Сильно, сильно, очень, очень. Еще разок вместе. Я хочу быть мэром Сочи. Я хочу быть мэром Сочи. Я хочу быть мэром Сочи. Сильно, сильно, очень, очень. Я хочу быть мэром Сочи. Ни Парижа, ни Пекина, ни Мадрида, ни Берлина, никакой столицы прочей. А тихим скромным мэром Сочи.